Всем привет! Какое все-таки удовольствие быть на Сан-Сиро, где совсем скоро начнется настоящая Состав команды гостей. У соперника сегодня та же схема 4-5-1. Видимо, команда рассчитывает на исполнительское мастерство одного форварда. Состав Интера. Тренер избрал расстановку 4-5-1. И здесь понятна задача группы атаки – вывести центрального нападающего на чужие ворота. Состав Интера. Тренер избрал расстановку.